1 января текущего года жительницы поселка Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха-Якутия были причинены побои медицинским работникам местной больницы. По данному факту пострадавшая обратилась в органы внутренних дел. Впоследствии данный материал был направлен в мировой суд, где установлено, что медицинский работник является депутатом органа местного самоуправления. Кроме того, установлено, что после причинения побоев врач допустил нарушение неприкосновенности жилища в отношении пострадавшей женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия внесено ходатайство прокурору города Нерюнгри об истребовании материалов из суда и передаче в органы Следственного комитета для соединения с материалом по факту проникновения в жилище.